Сегодня я вам расскажу, как приготовить очень простую закуску из очень простых ингредиентов. Нам нужен тунец консервированный, красный лук, мелко-мелко нарезанный, 3 отварных яйца, соль, перец и лимон. Нам нужно разорвать волокна вот так вот, чтобы получилось очень мелко. Обратите внимание, сок не выливаем. Все это перекладываем в большую посудину. Туда мы добавляем красный лук. Я на самом деле еще больше добавила. Все это хорошо перемешиваем и оставляем минут на 10, пока мы как раз таки будем резать яйца. Яйца нужно нарезать очень мелко, прям очень-очень, все 3. Ну, ножом порубите. После того, как вы порубите яйца, мы это все перекладываем в нашу мисочку. По сути, нам с вами остается добавить соль, перец и выжать туда лимон. Лимона получается чуть меньше половинки. После этого все тщательно перемешать и, в принципе, готово. Сейчас покажу, как я это подаю. Я нарезаю хлеб на квадратики и вот так вот. Специально положила 3 зеленюшки и без, чтобы вы видели, как оно. Это нереально вкусно. Ну и, конечно же, решила попробовать ресторанную подачу. Вроде получилось красиво. Приятного аппетита!